фуксы и софизмы. Все слышали историю о священнике. Помните, у попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. В землю закопал, а на могиле написал. У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. В землю закопал, а на могиле написал. У попа была собака, он ее любил. Ну и так можно до бесконечности. Это предложение, которое разворачивается и никогда не заканчивается. Оно все время возвращается само к себе. Так вот, давайте напишем несколько предложений, которые обладают примерно этими свойствами. Значит, пожалуйста, перепишите себе. В этой фразе, в этой фразе 28 букв. В фразе 28 букв. Так, ребята, тут все-таки некоторые вещи не буду вам записывать. Значит, смотрите, другой пример. Вы только что начали слушать предложение, которое уже заканчивается. Это правда? Вы только что начали слушать предложение, которое уже заканчивается. Дальше. Да. Это предложение, пожалуйста, пересчитайте тоже. Это предложение содержит 12 слов. Сейчас будем считать. 12 слов, 26 слогов, 26 слогов и 73 буквы. 73 буквы. Да. Дальше. Когда за этим предложением не наблюдают, оно написано по-немецки. Когда за этим предложением не наблюдают, оно написано по-немецки. Дальше. Нет, записывать не надо, я... Вот это дальше надо записывать. 9 слов назад. 9 слов назад. Это предложение... Еще... Кстати, давайте пересчитать. В этой фразе 28. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Дальше. Считаем слова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Сейчас. Это предложение содержит 12 слов, 26 слогов и 73 буквы. Все-таки пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Да, действительно, 12 слов. Теперь 26 слогов. Это два слова. Предложение. Считайте сами, господа. Или я могу так сказать. Это, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Сошлось. 73 буквы.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, двенадцать, четыре, шестнадцать, шестнадцать, пятнадцать, двадцать, 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 шесть, двадцать, шесть, двадцать, 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 девять, тридцать, один, тридцать, тридцать, пять. Слушайте, пересчитайте, действительно будет так. Действительно, 73. Следующее предложение. Будет очень странно, но если вы немножко подумаете, то все будет хорошо. X бара об X бара об Тюадич. X бара об Тюадич. Запятая. Авилан. Аварс. Кат. Аньи. Кто догадался? Правильно. По-арабски читали. Правильно. Надо читать именно так. Справа налево. Читают по-арабски. На самом деле далеко не только по-арабски. Есть самые разные виды письменности, и там самые разные правила чтения. Так, 9 слов назад это предложение еще не началось, очень понятно почему. Потому что в этом предложении, господа, всего 8 слов. И поэтому оно действительно не началось 9 слов. Так, читаем дальше. Это предложение состояло бы из 10 слов, если бы было на 5 слов короче. Это предложение состояло бы из 10 слов, если бы оно было на 5 слов короче. В нем 15 слов. И действительно, если бы оно было на 5 слов короче, то оно состояло бы из 10 слов. Дальше удивительная совершенно фраза. Если бы это предложение не существовало, кто-нибудь придумал бы его. И там уже есть. Если бы его не было, кто-нибудь его придумал. Вы же придумали. Дальше удивительность шануйо. Если бы я дописал это предложение, не знаю, что было бы, если бы я дописал это предложение, очень многие люди умудряются всю жизнь прожить, все время что-то обещая. Сначала он подающий надежды ребенок, потом он подающий надежды молодой специалист, потом он и так всю жизнь подает, подает, подает надежды. И, между прочим, очень часто выгоднее, вместо того, чтобы что-то делать, подавать надежды. Потому что люди почему-то за сделанную работу готовы давать гораздо меньше, чем за обещание золотых рук. Это такое грустное качество людей, что вот, там, не знаю, требуют с президента не отчета там за, не знаю, предыдущие 10 лет работы, а вот, вот что вы будете делать через 4 года, что вы будете делать через 8 лет. Даже не что сейчас, а вот что будет тогда. Вот там вот через 8 лет, или через 8, через 12 лет, там, когда у вас там будет кончится срок, кого вы тогда назначите своим преемником, да? Почему-то это всех гораздо больше интересует, чем то, что было сейчас. Вот через 12 лет, вот что вы, кого вы тогда назначите на свое место? Такое неприятное свойство человеческой психики. Следующее, из учебника психиатрии. Душевно больный называется больной, вступивший в конфликт с обществом. Вопрос, почему душевно больным называют больного? Потому что это больной. Потому что для врачей все больные. Потому что врач любого человека называет больным. Если вы пришли к врачу, то даже если он вас еще и не осматривал, все равно вы для него очередной пациент.
для него весь мир, так же, как для учителя весь мир – это ученики, а также для врача весь мир – это больные. Хорошо? Где бы вы ни встретили это предложение, уничтожьте его. Интересно, если выполнять этот совет, может оно в этой книжке остаться? Нет, потому что надо сразу взять, там, вымарывать, да. Где бы вы ни встретили это предложение, уничтожьте его. То, что я вам сейчас предсказываю, сбудется. Услышите? То, что я вам сейчас предсказываю, сбудется. Предсказываю. Я вам предсказываю, что мое предсказание сбудется. И это сбудется, ребят. Вы меня помните? Я тот самый человек, который не произвел на вас тогда никакого впечатления. Вы меня помните, я тот самый человек, который не произвел на вас никакого впечатления. Не напоминает ли вам это предложение об Александре Сергеевиче Пушкине? А чем? Не напоминает ли это предложение вам об Александре Сергеевиче Пушкине? Почему все неприятности происходят в самое неподходящее время? Не знаю. Знаю. Что за неприятности? Да, почему? Дело в том, что когда у вас, когда у вас происходит какая-то неприятность, то в разные моменты жизни вы на это по-разному реагируете. Перед тем, как я все-таки скажу, я расскажу некую историю о биологах. Биологи часто объясняют, зачем нужно людям старение. Кстати, вот интересно, вы знаете, что существуют животные, которые всю жизнь молодые, а потом в некоторый момент бах и умирают? Да. Есть, есть такое? Их очень мало. Но тем не менее, вот оно живет, все время молодое, сильное, замечательное. Потом в некоторый момент умирает и все. Мгновенно там у него останавливается, не знаю, там сердце, все органы. Да? Это может быть комар? Нет, это не комар, он хитрее называется. Дело не в этом, дело не в том, какое. А дело в том, что, например, у людей или у большинства других животных есть такая крайне неприятная вещь, как старость. Что такое старость? Это когда по одной начинаются болезни. Раньше, вот смотрите на молодого человека, он идет бодрый, все у него замечательно. А у старенького человека один орган работает чуть-чуть похуже, чем у молодого. Потом другой, потом... И постепенно человек, как говорят, дряхлеет, стареет. Казалось бы, зачем это было природе придумать? Кстати, обратите внимание, это не так просто было природе сделать. Потому что одно дело, это записать в ваш генетический код, что там в такой-то момент надо взять и выключить все системы. Это легко. Просто записывается там сигнал остановки, и все, человек умирает. Совсем другое, это постепенно А что, если бы дедушка был бы молодой и бодрый, неужели бы он тебя меньше научил? Вот представьте себе, ну там природа отняла бы каждому человеку, я не знаю, там, 70 лет, да? Но зато, вот человек родился, дошел до самого своего наилучшего состояния, и потом бы так до конца и был за этим. Это природа очень не делает. Для этого достаточно отключить сложную, хитрую, специально написанную программу старения. Да. Ну, может быть, потому что, чтобы было ясно, когда человек умрет, что ему уже... А, в смысле, чтобы более или менее знать, когда умрешь, да? Ну, это, конечно, ну, как вам сказать?
абсолютное большинство людей все-таки реально так и не знают. Потому что, когда мы скажем «слабое сердце», то вы, конечно, понимаете, что в принципе когда-то произойдет там, да? Но когда именно у вас будет этот фактор, от которого вы помрете, к сожалению, человек все равно не знает. Поэтому, и кроме того, если вы углубните срок, природа могла бы сделать вообще, чтобы вы с точностью до дня знали, как умрете. Легко. Ставите счетчик, у вас биологические часы есть, ставите счетчик, и все легко, и вы бы знали гораздо лучше, чем сейчас. Говори. Да. Ну, он может еще что-нибудь сделать такое полезное для человечества. Так он бы в молодом состоянии сделал бы еще больше. Скажите, вы представьте себе, если ваша бабушка была бы сейчас такая же, как мама, бегучая. Бодрая, веселая. Это было бы всем лучше. И ей бы, кстати, было бы намного. Для того, чтобы ничего на свете не было вечного, придумана смерть. Кстати, это природа изобрела далеко не сразу. Известно, что первые организмы, они были бессмертные. И по сей день есть некоторые бессмертные организмы на свете, но большинство смертных. Да, это было очень непросто придумать, да. Не слышу, чтобы что? Нет, не понимаю, неужели старику приятнее моменты в жизни, чем молодому? Да-да, говори. Так молодой доделал бы их гораздо лучше. Вы не поняли вопрос? Да. Старому быть приятнее, да? Это неправда. Это вот что точно неправда, КД, да? А вот почему не бывает бессмертия? Ребят, никто не говорит о бессмертии. Совершенно понятно, что если бы живые существа, такие как мы, были бы бессмертны, то, конечно, их бы накопилось слишком много. Это понятно. Непонятно другое. Зачем нужен длящийся многие и многие годы период в жизни, когда человек постепенно становится слабее, слабее, слабее? Когда у него начинает болеть то одно, то другое, то третье, когда замедляется обмен веществ, когда человек становится, ну, извините, хуже, хуже и хуже. Обычно, конечно, пожилые люди умнее, потому что копят жизненную энергию, запас, что называется, знаний, там, прочитанных книг и так далее. Но физически они становятся все слабее, слабее и слабее. Вопрос, зачем это придумано? У кого есть версия, поднимите руки. Не тот, кто хочет поприкалываться на тему своей будущей старости, а у тех, у кого есть действительно серьезная версия. Да. У меня версия такая. Я думала, а может, если сразу все станет... Зачем сделано, что у человека есть старение? Да. Да, да. Ну, а так бы не надо было никого жалеть. Так бы все были сильные, молодые, все было бы здорово, еще лучше. Так мы вынуждены кого-то жалеть, потому что видим, что он там, да, слабенький. Вот. А если бы все были сильные, было бы лучше, да. Потому что для некоторых людей смерть – это даже очень хорошо. Расслабление как? Так. Это пока ты молодой, для тебя это хорошо, ты можешь так фантазировать, да? Не то. Ладно, все, рассказывай. Ни один из вас даже близко ничего к разумной версии не дал. Значит, господа, на самом деле точный ответ на этот вопрос, наверное, достаточно... В общем, биология сейчас развивается очень быстро. Биология туда сейчас очень быстро. И, наверное, гораздо более точный ответ будет известен. Но одна из версий, в которую вполне можно поверить, одна из версий такая, что старость была изобретена для ускорения, как ни странно, именно для ускорения
естественного отбора. То есть, рассказывая, в природе нужно из вариантов отбирать тот, который лучше. Если у вас какое-то из существ, не обязательно люди, потому что старость на самом деле бывает не только у людей, если у вас какое-то из существ чуть-чуть отличается от другого, то вот это то, насколько они чуть-чуть отличаются, оно для молодых и сильных организмов практически не чужая штука, который должен между организмами должно существовать соревнование. Если у вас все организмы все время молодые и сильные, то недостаток в чем-то он слабо чувствуется, не очень виден. Если же у вас потихонечку начинают отключаться разные системы, то тогда тот, кто имел небольшое преимущество, выигрывает. А именно, если вы молодые и сильные, если у вас все быстро сживляется, да, там, и так далее, то если у вас есть какая-то, что называется, какая-то странность, какой-то непорядок там, не знаю, с мозгом или еще с чем-нибудь, то вы это можете компенсировать просто тем, что вы вообще сильны. Ближе к старости это начнет проявляться. И, соответственно, существенно дольше проживут, и это так и получается в жизни, те, кто умнее, те, кто в чем-то совершеннее. Вот. И таким образом получается у природы естественный отбор. То есть одна из версий биологов состоит в том, что старость нужна для того, чтобы облегчить задачу естественному отбору. Потому что вот если сейчас вы молодые и сильные, пытаетесь найти себе приключение, вот это где-нибудь защемите пальчик, вот как молодой человек, да? Вот защемил он себе все, нашел приключение, да, то ну и что? Он у вас быстро заживет. А к старости уже не заживет. В результате пошел, сломал, а у тебя не зарастает. Этот механизм уже отключен, который быстро зарастает. И в результате другой старик еще ходит нормально, кто не искал себе приключений. А ты уже все. А ты уже все, уже лежишь, уже парализован. Значит, сейчас на вас отличить придурка от умного трудно. Пройдет время, и это включится. И это будет работать, и это сработает. И один в результате найдет себе быстро-быстро конец, а другой будет трудно. Это такой способ. Так вот, почему же все неприятности происходят в самое подходящее время? Возвращаемся к книжке. Да потому что, если время подходящее, то вы любую неприятность просто не заметите. Понимаете, если у вас все хорошо, вы идете, случайно, я не знаю, там задели, порвали кофту, ну и что, у меня еще 10 штук таких есть. Пошли, подскользнулись, упали, намочили штаны, ну и что, у меня еще 20 штанов есть. И так далее. Вот. А вот когда вам плохо, ах, я поймал свою единственную кофту, у меня нет второй, я теперь вынужден всю жизнь ходить в рваной, ах, я намочил свои штаны, у меня не единственные, да, вот, а батареи у меня тоже нет, и так далее. Тот, кому плохо, для него любая мелочь – это ужасный удар. Тот, у кого все хорошо, идет по жизни смеясь, весело, и все замечательно. Так, следующая задача. Представьте, что на последней 500-й странице книги написано следующее. Вот она, страничка. 500-я страничка книги. Написано следующее. Опечатки. Страница 500-я. Вместо опечатки следует читать. Опечатка. Вы понимаете, как это получилось, да? Они в книжку вклеили список опечаток, но выяснилось...
Дошло? Да. Заметьте, достаточно просто вырезать эту страничку, книжка станет еще лучше. Вот. Дальше. Лозунг «короче» сам следует тому, к чему призывает. А теперь послушайте приказ. Не смей командовать. Да. Интересно, понимаешь, что этот приказ сам себе противоречит? Да. Сам командовать. Не смей командовать. Сам командовать. Представьте себе майку с такой надписью. На этой майке ничего не написано. На этой майке ничего не написано. Правило. Нет правил без исключения. Вот давайте подумаем. Нет правил без исключения. Вот интересно. Представьте себе, что действительно нет правил без исключения. В таком случае ведь из этого правила должно быть исключение. Значит, должно быть правило, из которого нет исключения. Как это? Вы подумайте, это правило само себе противоречит. Если нет правил без исключения, то это значит, что из этого правила должно быть исключение. Дальше. История из школьной жизни. Как-то раз Вовочка сдал Марии Ивановне следующую работу. Он написал здесь ровно три ошибки. Ну что, хорошая, добрая учительница стала проверять работу. Поставила здесь красные ручки, мягкий знак. Подчеркнула. Зачеркнула своей красной ручкой букву «Р». Подчеркнула вторую ошибку. Прочитала предложение и поняла, что оно неверно. Зачеркнула красной ручкой. Написала «Две». Подчеркнула. Заметила, что теперь их стало три. Значит, на самом деле ошибки не было. Поставила значок, как всегда, обозначает, что надо отменить все то, что сделала. Заметила, что теперь... Зачеркнула, написала три. Поняла, что теперь их две. Поняла, что теперь их три. Поняла, что теперь их две. Так и делала, пока паста не кончилась. Знаете, да? Дальше уж я не знаю, пошла за следующей красной пастой или нет. Представьте себе, что ваша мама строго-настрого смотрит на вас и говорит вам следующее. Не слушайся меня. Не слушайся меня. Простой вопрос. Вы ее дальше должны слушаться или не слушаться? Слушаться. Если слушаться, то как ее можно слушаться? Только если вы будете ее не слушаться. Да. Ну что значит ее не слушаться? Не слушаться, это значит, что ее слушаться. И таким образом вы не будете понимать, что делать. Так, господа. Следующая вещь. Следующее предложение. Представьте себе такое предложение. Кстати, это все это известно еще со времен Древней Греции. Вы не думаете, что это мы с вами только придумали. Называется парадокс лжеца. Известен со времен Древней Греции. Представьте себе, что кто-то говорит простую фразу. Я лгу. Как вы считаете, в этом
момент, когда он говорит «я лгу», он врет или говорит правду? Врет. Если он врет, то посмотрите, он врет, что врет, то есть говорит правду. А если он говорит правду, то что значит говорить правду? Значит, он врет. Таким образом, это утверждение как бы само себе противоречащее. Другой вариант того же самого. То, что здесь написано, неправда. То, что здесь написано, неправда. Так, хорошо. Я вынужден был перевести это предложение на русский язык, поскольку не сумел прочитать его в оригинале на санскрите. Санскрит – это древний язык. Вас ничего не настораживает? Настораживает. Что именно? То, что он сам не знает этого языка. Совершенно верно. Как же он мог его перевести на русский язык, если он сам этот язык не знает? Вот и как. Послушайте, пожалуйста, это предложение. Как ни странно, вам в жизни очень много раз придется столкнуться с этой ситуацией. И каждый раз, даже если вы будете понимать, что это так, молодые люди, подумайте сейчас. Даже если вы будете понимать, каждый раз, как ни странно, нормальные люди чаще всего не понимают, что с этим делать, и в замешательстве останавливаются, а мертвецы так и живут. Послушайте предложение. Повторяю, вам не раз в жизни придется столкнуться. Самозванцам нам не надо. Командиром буду я. А кто к нему придет? Все придут. Как ни странно, очень часто в жизни вот так бывает. Находится человек, который объявляет: самозванцев нам не надо. Мы против всевозможных любых узурпаторов. Самозванцев нам не надо. Командиром буду я. Он сам самозванец. Но это не замечают. Он сам самозванец. Но это люди практически никогда не замечают. Самозванцев нам не надо. Я командир. В одном полку продобрели. Приказали брить всех тех, кто не бреется сам. Должен ли Продобрей брить сам себя? Продобрей, разумеется, мужчина. Мы считаем, что это нормальный мужской пол, там никаких. Услышите? Продобрей должен брить тех, кто не бреется сам. Обратите внимание, если Продобрей возьмет и побреется, то получается, что он сам себя бреет? А это противоречие, он не должен брить тех, кто бреет себя сам. Если же он сам себя не побреет, то таких он должен брить. И он будет начнет себя брить и поймет, что он нарушил. В результате непонятно, что ему делать. То же самое на религиозную тему. Может ли всемогущий Бог создать камень, который он сам поднять не сможет? Да? Может быть, значит нет. Если нет, то он не всемогущий. Может ли всемогущий Бог создать камень? Что ты делаешь? Что ты грозёшь в квартире? Положи, не позорься. Должен быть собачка. Да? Я не знаю, что делать. Несколько раз тяжелее, чем он сам. Не то, да? Он может, потому что...
этом. Если он может, то он тем самым перестанет быть всемогущим. А если он не может, значит, он уже сейчас не всемогущий. Да. Нет, он, это вопрос. Это такой нормальный вопрос. Ладно, все, расскажу, как отвечают на него чаще всего церковники. Они отвечают замечательно. Господь всемогущий. Он может создать камень, который потом сам поднять не сможет. Но, внимание, но он, кроме того, что всемогущий, он еще и умен. И он не хочет это делать. Понимаете, да? Господа Бога нельзя взять по слабо. Я тут несколько дней назад прочитал в газете довольно страшную информацию о том, что, ну, вы знаете, может быть, что есть такие всякие нюхательные, ну, покупают в магазине какую-нибудь дрянь химическую, клей, неважно, что-нибудь, и начинают нюхать для того, чтобы такое наркотическое. Так вот, мальчик, что называется, отличник, спортсмен, ну, самый замечательный, был, что называется, взят на слабо. То есть друзья ему сказали, а вот вдохнешь? Он отвечает, да нет, зачем мне это? А вот побоишься. И действительно, вдохнул. Сразу умер. Вот таким образом товарищи взяли на слабо вполне себе положительного, замечательного мальчика. Вот. Так вот, церковники отвечают, что Бога на слабо не взять. Вариант того же самого, такой менее церковный. Что произойдет, если все сокрушающее пушечное ядро попадет в несокрушимую броню. Всесокрушающее, значит, оно должно пробить. Все. Несокрушимая броня. Понятно, да? Значит, господа, на самом деле в жизни это вполне известная история. Это история, извините, развития оружия. Во все времена было одно и то же. Создают супердоспехи, которые меч не умеет прорубать, придумали шпаги, которыми можно там в дырочку залезть и... Да? Вот. А потом придумали, не знаю, там, пистолеты. От пистолетов научились защищаться броней танка, придумали пушки. От пушек научились защищать, залезая в бомбоубежище. Сейчас еще как-нибудь придумали ядерные бомбы. Оружие все время так и происходит. Придумали защиту, придумали страшное нападение еще более. От него научились защищаться. В общем, сейчас вот так все время. Уже из математики. Как известно, каждое натуральное число можно назвать, произнеся несколько слов. Ну, например, 1 950 893. Или миллион в миллионной степени плюс столько-то миллиардов, плюс столько-то и так далее. Так вот, например, число 2 задается одним словом. Число 22 двумя словами. Девочки, дорогие мои, расстаньтесь со своим. Вы экономите доли секунды, теряете полчаса. Давайте запишем себе в тетрадь такую фразу. Наименьшее число, которое, так, я напишу натуральное. Натуральное, это известно, что такое. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Которое натуральное. И нельзя задать. Менее чем 20 словами. Вот смотрите, 20 словами можно задать некоторые, так, не 20, а 12 словами, 18, одним словом. Возьмем все такие числа, их же конечное число. Значит, повторяю. Наименьшее число, которое нельзя задать менее чем 20
словами. Разумеется, такое число есть. Посмотрим, сколькими словами оно задано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это число задано 11 словами. 11 меньше, чем 20. Это один из важнейших парадоксов математики. Он объясняет, что некоторые фразы, которые кажутся абсолютно разумными, вот эта фраза, которая сейчас перед вами на доске, она выглядит правильно, она выглядит абсолютно хорошей. Так вот, повторяю, некоторые фразы, которые кажутся разумными, на самом деле не имеют никакого смысла. Так, сейчас еще 4 истории. Сначала первая. Я спорю искренне и честно. Я чистой истины посредник. И мне совсем не интересно, что говорит мой собеседник. Это такой есть Губерман, замечательный поэт. Я спорю искренне и честно, я чистый истинный посредник. И мне совсем не интересно, что говорит мой собеседник. А теперь история. Начну с той, которая про Россию. Это действительно было... При строительстве моста через Неву несколько тысяч человек были заняты бойкою свадьбой, что, не говоря уже о расходах, чрезвычайно замедляло работу. Искусный строитель генерал Корвец придумал машину, значительно облегчившую и ускорившую этот труд. Сделав опыты, описание машины он представил главному управляющему путей сообщения. И, внимание, получил от него на бумаге официальный и строжайший выговор. Зачем он этой машины прежде не изобрел и тем самым вверх казну в огромные и напрасные расходы. Это гениальная совершенно вещь. Между прочим, ребята, ровно так надо с любым изобретателем поступать. Вот представьте себе, какой-нибудь изобретатель, не знаю, мобильного телефона, достоин просто четвертования, потому что до него сотни лет люди мучились, опаздывали. Понимаете? Что ему стоило изобрести хотя бы на 200 лет раньше? Сколько бы мук не было? Отлично. Следующая история. Тоже она была в 1980 году в нашей стране. Начальник Зырянского узла связи Липунов пожаловался в милицию. Сейчас называется полиция, тогда это называлось милиция. Джемилев. Так, нужно сказать, кто такой Джемилев. Это был такой выселенный из Крыма народ. В свое время наша страна целые народы выгоняла из своих мест. Так вот, значит, был некий народ, который был целиком выселен из Крыма в Казахстан. Вот. Так вот, один из лидеров этого народа был вот именно тот самый Джемилев. Джемилев нарушает правила ведения междугородных разговоров. Он утверждает, что мы подслушиваем его переговоры. Прошу разъяснить Джемилеву, что его действия носят оскорбительный характер, а утверждения его являются клеветой. А дальше внимание. В обосновании своей жалобы Липунов прилагает докладную телефонистке Пенягину с изложением содержания разговора Джемилева.
То есть, заметьте, человек будет отвечать за клевету, что его подслушивают, на основании чего? На основании подслушанного разговора. Ну, естественно, как и в те времена, суд, естественно, признал это клеветой. И сейчас бы наши суды это признали клеветой. Такая у нас страна. Так, еще две истории. Мрачная первая история. Встретились в пустыне три путника. Двое, не сговариваясь, решили убить третьего. Повторяю историю. К счастью, эта история, по-моему, никогда не была. Это чисто придуманная. Так что отнеситесь к этому просто как к страшилке. Двое, не сговариваясь, решили убить третьего. Ночью один из них отравил ему воду. Представили? Да. Отравил. Страшного яда насыпал. А другой, не зная об этом, брюканул, рассверлил бурдюк с водой так, что вся вода потихонечку вытекла. И бедняга не успел ею воспользоваться и умер от жажды. Кто убийца? В суде второй утверждал, что благодаря нему жертва прожила даже дольше, чем если бы выпила отраву. Поэтому ему даже можно медаль давать, да? Нет. Ну как это? На несколько дней человек будет пробить. Более того, смотрите, а вдруг бы он в этой своей пустыне кого-нибудь нашел, кто бы его напоил, тогда вообще бы спас. Вот. А тот, кто отравил воду, тоже совершенно законно утверждал, что от его яда никто не пострадал. Вот представьте себе, если я сейчас беру и как дам, а здесь никого нет. Меня за это никто не осудит, потому что я никого не избил. Согласны? Да. И то же самое. Мало ли, что он отравил воду. Эту же воду никто не пил. Да. Поэтому оба ни в чем абсолютно. А одному из них даже надо давать конфетку, что он продлил жизнь. Да. Не, а они же третьего убили. Убили, но оба не виноваты. И последнее сегодня история. Немецкая народная сказка. Крестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал: «Сынок, сейчас мы подходим к мосту. Этот мост непростой, а волшебный. Он проваливается под теми, кто говорит неправду». Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его. Хотите узнать, что было дальше? Да. А дальше крестьяне со своим сыном вступили на мост. И мост провалился под крестьянином, ведь никаких волшебных мостов на свете не бывает.